В одном из торговых центров Мурманска открыли выставку, посвященную заслуженным тренерам нашего города-героя. Фото тех, кто развивал заполярный спорт, на протяжении многих лет могут увидеть все желающие. В год 105-летия Мурманска открылась уникальная выставка, которая посвящена заслуженным мастерам спорта и мастерам спорта международного уровня. Наивысшую заслугу, звание «Заслуженный тренер России» в нашем городе носят 29 человек. Тренеры из 10 видов спорта. Тренеры, первое звание, которое было получено в 73-м году. В далеком теперь уже, кажется, 73-м году мы провели всю историческую составляющую, мы нашли всех, каждого. Сейчас некоторые тренеры живут в других городах и даже странах, например, в США и Чехии. Кого-то, к сожалению, уже нет в живых, но память о них вечна. А кто-то еще продолжает свою карьеру в родном Мурманске. Например, ветеран спорта Лев Демьянов полвека занимается плаванием. За годы преподавательской деятельности он обучил более 3000 северян, в том числе чемпионов Северо-Запада. Работаю в спорте 50 лет. Воспитал много хороших спортсменов. Эта доска является призванием мастерства наших тренеров. Это очень-очень почетно. Действительно, вклад этих людей в развитие спорта в столице Заполярья неоценим, потому что воспитать легендарных спортсменов – это титанический труд. А что такое великий спортсмен? Это не только пример для нашей молодежи. Нужно серьезно заниматься спортом для того, чтобы достичь таких высоких результатов. Это еще и информация о городе-герое, самом большом городе Заполярным кругом. Выставка «Заслуженные тренеры Мурманска» будет работать целый год. Она доступна для посещения бесплатно в одном из торговых центров города.